яркие помпоны и звенящие бубенцы. В этот день все лошади в болгарском городке Коприштица выглядят по-королевски. Они главные виновницы старинного праздника Тодорова дня. Он посвящен христианскому святому Феодору Тирону. По-болгарски его имя звучит как Тодор. В Болгарии святого считают покровителем лошадей, поэтому Великий пост здесь начинается с конного фестиваля. В нашем городе любят традиции и стараются их сохранить. По обычаю, коневоды с лошадьми приходят ко всем людям по имени Тодор или Тодорка, чтобы пожелать им здоровья и процветания. Звенящие бубенцы возвещают о приходе праздника, и тезки святого Тодора угощают всех. После этого начинается лошадиный конкурс красоты. На нем выбирают самую ухоженную и самую статную лошадь. Потом устраивают скачки, по-болгарски куши. Наездники показывают не только свою удаль, но и физическое состояние лошадей. Это своего рода реклама для потенциальных покупателей. Самые сильные животные соревнуются в сдвигании с места тяжело груженных саней. Жители Коприштицы, которые разводят лошадей, очень любят свое дело, поэтому я верю, что эта традиция не исчезнет. Они всем сердцем и всей душой любят лошадей, им нравится о них заботиться, и поэтому они хранят традиции. В крупных болгарских городах о празднике Тодоров день почти забыли, но в сельской местности он становится все популярнее. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.